Развитие строительной отрасли для области в последние несколько лет являлось одним из приоритетных направлений деятельности. Во многом на интенсивность работ сказалось тысячелетие Бреста. Большое количество подрядных организаций трудились в городе, чем компенсировали выполнение отдельных показателей. Сегодня подготовка вышла на финишную прямую. Теперь руководителям строительных организаций необходимо думать о перспективах, уверен губернатор. Объекты к тысячелетию для строителей, они закончены. И нам необходимо думать загрузку предприятий отрасли в дальнейшем. Одно из направлений – это наращивание объемов экспорта строительных услуг за пределами, значит, не только области, но и республики. Центральная тема расширенного заседания – выполнение поручений президента, данных на совещании 23 ноября минувшего года. В числе задач, актуальных для области на сегодня, как сделать квадратные метры более доступными для жителей региона. Да, новые дома активно возводятся, и нужно, чтобы ничто не препятствовало их вводу в срок. Традиционно Брестская область выполняет доведенные задания по строительству жилья и на протяжении нескольких лет уверенно занимает третье место после Минской области и города Минска. Не допускается строительство многоквартирных жилых домов с превышением нормативных сроков строительства. Контроль в данном вопросе будет продолжен совместно с горосполкомами. Дополнительно хотел бы указать на недопустимость горосполкомами необоснованных приостановок строительства жилых домов для оправдания недоработок УКСов и подрядчиков. Постепенно очереди нуждающихся должны уменьшаться, а новые районы не просто разрастаться домами, а получать качественную современную инфраструктуру, благоустроенные дворовые территории и, конечно же, социальные объекты – сады, школы, медицинские учреждения. Так сегодня в районе за рынком Лагуна готовится к открытию новый учебно-педагогический комплекс. В новой застройке проживает немало ребят, которые уже в 2019-2020 учебном году – смогут посещать учреждения образования в шаговой доступности. Все нравится по сравнению с другими домами. У нас хорошо. Есть где с детьми выйти погулять. И площадки у нас хорошие, и для малышей предусмотрены, и для детей постарше. Поэтому еще в садик сюда, конечно, было вообще хорошо. Микрорайоны крупные, большие строим, особенно в городах Брест, Барановичи, Пинск. Инфраструктура отстает, но по Бресту мы пытались, и к тысячелетию города здесь поправили положение, но это не везде. В последнее время прирост объема строительно-монтажных работ в основном обеспечивается за счет выполнения работ на объектах строительства в рамках тысячелетия города Бреста. Конечно, работы еще предстоит немало, особенно губернатор подчеркнул, приоритет при распределении жилья должен отдаваться многодетным семьям, которые нуждаются в этом особенно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Паломалышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.